йоки. А, что за такое слово? Название и откуда вы его нашли? Или это что-то символизирует? А мы предвидели ваш вопрос. Подготовили ответ. Расскажите нам. Это просто графически пишется красиво, на наш взгляд. Ну-ка, это как это в воздухе это будет? Y. O с двумя точками. Так. K. I. Я уже думал, сейчас начнете рисовать иероглифы. Что-то очень японское какое-то название. Нет, у вас ни с чем не связано никак, по-моему. Ваш стиль, что за стиль? Саша, как можно определить вообще? Так, вопрос номер два. Да. Что это такое? Как? Авторская песня. Авторская песня. Но она как-то очень характеризует какие-то узнаваемые мотивы, символы, знаки музыкальные, которые... Ничего не характеризует ничего узнаваемого. Ну просто... Может быть, кому-то что-то и будет узнаваемо, но... Нам кажется, что это весьма оригинально. То есть это ваша именно авторская разработка, и под этим нет никакой глубинной исследовательской основы музыки? В общем-то, нет, наверное. Она была навеяна чем? Вот такая. Вдохновением. Итак, друзья мои, у нас приятная новость. У нас появились на сцене две прекрасные девушки. То есть прекрасная половина нашего чайчества выходит на эстрадную сцену и готовит нам сюрприз в сопровождении своих друзей. Я снял шляпу, потому что я всегда снимаю шляпы перед прекрасными дамами. Итак, группа... Йоки! Вдохновение у кого-то рождает... у кого-то бу-бу-бу, у вас... Да. Откуда? Это же все-таки, может быть, вы так как-то мыслите так, или какие-то книжки читаете особенные. Разные, может быть, вы кушаете что-то особенное? Разная музыка разных народов мира. Ага, все-таки есть. Вот, но без привязки к чему-то конкретному обязательно. Значит, все-таки вы как бы интегрируете в себе многие, скажем, исторические уже наборные вещи, да? Конечно, да. Значит, можно сказать, что вы профессионалы в плане того, что вы много знаете из музыкальной культуры, вы из истории, иначе бы как вы могли синтезировать, да? Это же целая энциклопедия у вас. Ну, изучаем. Все-таки изучаете. По мере возможностей. Над книжками сидите, корпите, или вот где-то ездите по деревьям. Скорее, музычку слушаем. Гуляем много и музычку слушаем. То есть все-таки гуляете? Да, конечно. По деревням? По деревням, по горам. Все, конечно. Но все равно, чтобы организовать, наверное, такой вот симбиоз, причем не превращая его в коллаж, это, наверное, нужно иметь какую-то особую, скажем, такую профессиональную подготовку. Просто внутреннюю энергетику надо иметь, и все. Вот так? Да. Ну тогда поделитесь, откуда вы черпаете эту внутреннюю энергетику? С морковки, со свеклы? Каждое утро делаем зарядку. Зарядку. Распиваемся, ловим из космоса. Значит, вы себя расцениваете все-таки как часть одного большого космоса, да? Как некий энергетический сгусток. Энергетический сгусток. Это мои слова. Восточная музыка, просто поют по-русски. Я с Иваном Купалой не могу это сравнить, но это разные вещи совершенно, на мой взгляд.
поразительная, изящнейшая совершенно компания, классно играют, акустические инструменты, это то, что я обожаю вообще, отсутствие цифровой профанации, вот это просто блестяще. Вот. По поводу текстов, вот ты мне предварил, что они используют некий поток сознания такой поэтический, то есть не создавая никакой фабулы и сюжета, они вот просто как бы камлают так вот. Да. Красивую форму. Да, но между тем, значит, все-таки у них складывается какой-то поэтический ритм, вот, и там присутствуют слова. Я знаю довольно неплохо одну группу «Калинов мост», вот, с Димой Ревякиным. Я не знаю, как сейчас, а вот прежде он все время писал такие языческие тексты на своей, где все время были росы, покосы, туманы, какие-то подводные такие ощущения и прочее. Очень здорово, очень своеобразно. Вот если в этом смысле они чем-то похожи, то, в общем, у них есть тогда какие-то предшественники. А так, в принципе, музыкально очень изысканная группа, и девушки очень красивые, очень здорово. Посмотри, у него драконы на щеках. Но элементы шоу. Да, это не элементы шоу, это конкретно восточная музыка. Закос под Китай, но играют почему-то какую-то японскую. Ваша энергия не агрессивна. А потому что мы сами не агрессивны по себе. Говорят, музыка иногда развивает в людях что-то, что сокрыто, а у кого-то, наоборот, она умиротворяет. У вас какие-то все-таки же, наверное, есть цели, которые вот, вами движут. Да просто же, да? Просто хотим творить, хотим писать такую музыку, которая бы понравилась нам самим. Ну, мы стараемся брать ритмы, вообще мелодии из древних как бы композиций, вообще у народных. То есть мы берем уже не что-то созданное людьми современными, а что-то пришедшее к нам из давних времен. Почему мы считаем, что в этом большая мудрость находится, да. То есть в древности есть мудрость? Да, конечно. Но дело в том, что мы не берем эти композиции, их не играем, мы их слушаем, и на вот этих ощущениях уже, да, уже делаем свое. Если вы противопоставляете современному сегодняшнему искусству древний, гармоничный, золотой, мудрый, да, ритм. Что вам не нравится такое в нашей современной культуре музыкальной, что вы, так сказать, идете в альтернативу ей? Нет, мы и современную тоже берем. Тоже берем? Да, да, в степени. В равной степени. Как бы, не только современные, а в равной степени и современные, и прошлые, и здесь, и в других краях. То есть вот, все мы же... Я не услышал вас страшных синтезаторных звуков. Но... Тем не менее, дождетесь. Да. Я могу надеяться, что в следующий раз вы там придете. Сейчас мы... как раз работаем над вторым альбомом, и это будет альбом-ремикс. Да. Вот, именно электронных таких современных. Но это не противоречит тому, что я сказала. Конечно, я тоже думаю, безусловно. Мы принижаем сегодняшнее время, как и то. Группа очень сексуальная, потому что две девчонки очень красивые, конечно, и движутся, и поют, как наложницы у бедуинов, вот, заклинают змей. И сзади два ребята колотят себя по причинным местам изо всей силы. Вот, так что публика оторваться не может, потому что думает, выживут или нет. Вот. Но приятно, что в основе все-таки народная музыка, потому что народная музыка древнее классики. Классика – это что такое? Это то, что выдержало испытания веками, а народная – еще больше. То есть это вообще там какой-то в этой музыке таинственный мистический код есть, который действует на все поколения, так сказать, ну, одинаково сильно, и его надо разгадывать. Как в вашем коллективе появились две прекрасные девушки? Три. Три? Где она? Невидимка. Она сегодня заболела. Ну как же все-таки появилась? Ведь, наверное, неспроста.
Ну, женский вокал. Видимо, это неспроста. Изначально так и предполагалось. С самого начала. Сама музыка предполагала участие именно женских вокалов. Да. Потому что почему музыка... именно женские? Что вы видите такое в женском Интересно. Вокале, в отличие от мужского? Уж не знаю. Ну, как-то приятнее, вообще ничего нормально. Внутренняя сексуальность. Вот как интересно. Вот это очень близко. То есть, а девушки обладают сексуальностью, мужчины, мужские голоса нет. Нет, мужики надоели. Вы заметили? Надоели. Отлично. Гитаристы. Они всегда впереди стоят. Может быть, вы, все-таки ваша культура, она больше тяготеет, скажем, не к патриархальному качеству, да, вот, где давлеет мужское начало, а к матриархату, где все рождается из женщины, женщина вдохновляет, и присутствие ваших дам является, так сказать, источником вашего вдохновения. Ну, что-то в этом роде. Мы еще стараемся бороться с болезнью гитаризма, так называемой, да, который, ну, обычно гитаристы страдают современные. Меня везде-то побольше. Да. А здесь именно идет вся команда целиком. Маленький нюанс. Я очень вслушивался в ваши тексты и уловил что-то от какой-то очень высокой поэзии, которую вот так вот просто рассказать словами не удастся. Как кто-то там сказал, вот в других, да, музыкальных там группах поют, там я там вышел на улицу, Вася упал, да, ха-ха-ха, все как, все смешно, да. Ваша поэзия, она... Что? Вот автор поэзии всей. А, автор. Она автор. Его, она его. Она его. Алекс. Автор. Объясняй. Вы... Она такая, пишущая, не задумываясь, просто вот первые более-менее слова, пришедшие на ум, чтобы хорошо, главное, по фонетике легли, чтобы. По фонетике? Только по фонетике, да. Смысл не важен. Не важен. Это заклинание, это важно. Заклинание. Да. То есть вы себя даже, можно сказать, уже уходите в корнями в какие-то глубокие, шаманские, лекарственные какие-то. То есть ваша музыка, получается, может лечить. Да. Ну, наверное, да. Дорогие зрители, вы видите перед собой группу, общение с которой даст вам возможность не только спасти ваши почки, селезенки, сердце, печень и голову, но наполнить душу, вашу кровь тем незабываемым, несравненным звучанием, которое, видимо, древние знали. И вот они нам несут и дарят. Спасибо. Я очень вам спасибо. Вам спасибо. Вот, непонятно... Откуда корни? То ли это кельтская музыка, то ли это музыка древней Мордовии. Вот. Хотя мне показалось, что здесь есть что-то и тувинско-бурятское. Хотя, с другой стороны, и вроде и чеченский след прослеживается. То есть это многообразие такое большое. А может быть, это действительно финская какая-то музыка. Вот в том-то и загадка большая, что вроде и фольклор есть, вроде бы и такой драйв современный, но вообще я почему-то вспомнил действительно бедуинов. Это была группа Йоки.
Позвольте, позвольте, я не могу не применуть, так сказать, вас применуть, так сказать, вас. Пусть непомерно и так широко, что не объять души творящей музыки. Я пленен, а ты так будь же рядом. Ну а теперь, друзья мои, позвольте вам представить группу, с которой меня связывают, я бы даже сказал, почти что родственные узы. Я бы, наверное, мог бы сказать, что мы уже почти что съели пуд соли вместе, но это все они скажут в своих песнях. Итак, формула «Да! Да-да-да!» У нас и у вас на сцене. О, если забудется пленница лет, по мнению многих, душа и паломница, по-моему, тень без особых примет. О, в камне стиха, даже если дыханула утопленница, даже если бьешься, как била снежна Тараканова, когда февралем залило ровили. О, неленная, хлопача об амнистии, и кренял времена, как безумно ножей. Стучатся опавшие годы, как листья, за новую изгородь календарей. Гай певец очень, очень опытный, такой очень уверенно себя ведет. Прекрасный ритм у группы, баланс великолепный, не знаю, звукорежиссер или нет. Вообще этот момент, когда он запел просто под барабаны и гитару, а потом в припеве, что ли, включился с басом, и при этом все это он певец, очень здорово, вообще очень, очень музыкально, очень, очень близко по языку вот, к нашему времени, такой мелодичный хард. Такой. А есть такая группа «Пилигрим». Грим, вот, всем известный, да, наш депутат Государственной Думы, который борется активно с попсой, вот, вокалист этой группы, да, это примерно вот то же направление, это, по-моему, отыграли еще в 70-х наших. Ну, во-первых, я никогда не пытался группы промерять, ну, ты знаешь, что такое промерять команду. Я просто хочу посмотреть их. Если вспомнится, о, если забудется пленница лет, по мнению многих, душа и паломница, по-моему, тень без особых примет. О, ты знаешь, я затрудняюсь вот, как бы, вот, сказать, в смысле, как это называется-то? Это называется... Как же это называется-то? Ну, неважно. Дело в том, что вот эти команды, они по-прежнему... Они хороши, они свежи, но... Есть The Beatles, такая группа. Есть Rolling Stones, есть The Who. Есть масса команд. И вот главное, по-моему, чтобы не терялась вот эта преемственность. Потому что если потеряется преемственность, ну, что мы значим вообще?
еще. Да. Значит, подведем свое краткое резюме по поводу групп, которые сейчас выступали. Все группы в одном жанре, в одном стиле и, в принципе, я думаю, в одной весовой категории. Вот. Все играют хорошо, все играют достаточно профессионально. Вот. Просто нам, как представителям немножко другого направления музыки, не очень импонирует этот стиль. Вот. Поэтому весь наш юмор, весь наш стёб, он абсолютно не направлен на этих людей, как на музыкантов. Вот. Он направлен исключительно на жанр. 2 года назад я натолкнулся на источник живой музыки. Живой потому, что почувствовал, как мои нервы из клубка недоразумений превращаются в реки. Они несут меня к чему-то большему, чем я сам. Я – это мои проблемы. Моя беспомощная жизнь в ограничениях материи и вещей. Я задышал, и это стало моим первым и основным стимулом бороться за тех, кто во мне пробудил жизнь. Это все вот по завету Александра Сергеевича, как бы, простите за пафос, но вот я не могу говорить о людях, вот такое их не сужу за тем, что к ним принадлежу. Не хочется умничать, но хочется как бы вот сохранить традиции. Длинный путь в течение дней, словно блудный пес. Ветер через 7 морей запах твой принес. Как судьбу благодарить, рядом ты идешь. Именно традиции, что вот мы, вот они. И когда я вижу их, я понимаю, что они такие же, как я. Абсолютно такие же. Ну, с другими какими-то, да, менталитетами, там, я не знаю, какие-то модные слова, вот эти можно, их набрать очень много. Но то, что эти люди мне близки, ну, это неоспоримо. И то, что я близок им, я же тоже это понимаю. Я знаю вас уже много, и у нас многое объединяло в прошлой жизни, и в этой жизни, может быть, в будущей жизни нас будет много объединять. Формула «Да» – это название, которое родилось с чего? Сейчас очень много стало популярно такого: формула красоты, формула успеха, формула еще чего-то, формула «Да». Как возникло ваше название? Всегда готовы к сотрудничеству.
Всегда да. Всему да. Даже если, скажем, сверху падает снег на голову, и вы говорите «да», если перед вами открывается пропасть. Из отчаянного, воодушевленного на спасение сердца мы станем петь круглосуточно, чтобы быть будительными и не впасть в иллюзию сиюминутного счастья, которым называют успех. Присоединяйтесь к нам. Никто не потеряет реальность, но привнесет себе будущее. Там, где есть человек, и его дар стоит над символами, знаками, продуктами социума.